В Лазаревском районе жителями Салахаульского сельского округа встретился Анатолий Пахомов. Говорили в основном о тех изменениях, которые произошли в округе за последние годы. Местные жители интересовались у кандидата его видением будущего Сочи, в частности, развитием социальной сферы города. У нас в последнее время много маленьких детей, повысилась рождаемость. Это очень плюс, во-первых, это около 100 детей. Это очень большое количество детей. Проблема в садике. 2000 мест построили в детских садах. Но надо еще построить теперь, с учетом роста, 3100 за 2 года. И даже здесь, в Салахаульском округе, этого хватит. То есть очередей не должно быть уже к 1 января 2017 года. А в центральном районе Сочи своим видением плана развития курорта на ближайшие 5 лет жителями улицы Тимирязева делился другой кандидат – Игорь Васильев. Встреча, на которую пришло порядка 10 человек, проходила у дома номер 32. Претендент на пост главы города рассказал сочинцам о том, чем славится курорт. Нам послана с неба изумительная местность, богатейшая природа, минеральные источники, море ласковое. Отдыхающие, вот я со многими общаюсь, они говорят, мы едем на юг скупаться в море и поесть дешевых фруктов. Другие кандидаты на пост главы города информацию о своих встречах с избирателями не предоставили. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.